Стой! Он отвалился! Отвалился! Стой! Чувак! Он отвалился! Ты нахуй отвалился! Отвечаю, он отвалился! Я подошел, он отвалился! Я подошел, он отвалился просто сам! Да ладно, чувак, стой! Да это пранк был! Да пранк! Со своими, блядь, пранками! Иди нахуй! Да сори, чувак, сори! Да сори! Иди нахуй! Да, любимая. Да. Я помогу вам, девушка. Можете, да, снять, пожалуйста. А что это вы таскаете банки за собой? Братан, слушай, пару там это, смотри, мусора идут, можешь подержать. Да подержи! Да возьми, братан, там мусора идут, помоги, братан! Помоги, они меня заберут! Братан, возьми! Отцепись! Они идут! Ах ты ж! Это был розыгрыш. Поздравляем! Ты поверил? Конечно нет, потому что не делал. А че убегал? За эти золотые ворота, в какую сторону? Туда? Ну да. Туда? Золотые? Да. Да, вон спорт. Это Гулливер. А, ну значит. Вас тоже трогал туда? Да. Чё, прикол? Я думал, это вы. Что это было? Это вообще прикол. Не вы точно? Да нет. Кто-то так по спине, да? Как палкой. Молодой человек, здравствуйте. Хотел бы вам духи предложить. Сейчас по скидочке у нас идут. Молодой человек, смотрите, сейчас скидочка у нас со склада идет, получается. Последняя распродажа 30%. А сколько стоит? $300 в Гулливере у нас за 10. $10? Да, могу дать протестировать, понюхать. А смотрите. Ну я понюхаю. Все нормально. Все нормально. Он просто, с ним все нормально. Давай, с ним все нормально, смотри, он просто лежит. С ним все нормально. Хорошо, давай, не надо. Что не надо? Не надо вызывать. Чего? Не надо ментов. Все нормально, смотри. Сова, чувак, с ним все нормально. О, видишь, с ним все нормально. Все, дядь, это пранк, это розыгрыш. Спасибо большое, дружище. Спасибо. Вон камера, смотри. Бегать тебя застал. Бля, ну ты герой, спасибо большое. Заебись. Ну адреналинчик дал, да? Да хуй, все стоять, блядь, ничего непонятно. Ну красавчик, молодец. Девушки, а где здесь фонтаны? Здесь? Да, музыкальные фонтаны. Алло. Да. Да. Угу. Алло. Стой! Эй! Стой!
Как ситуацию будем решать сейчас с телефоном? Какую ситуацию, чувак? Ты, меня подбил, у меня телефон выпал. Стой, чувак. Стой. Куда стой? Давай сейчас милицию возьмем. Смотри. Не смотри, Стой, чувак. Я шел вот так вот. И даже я шел, ты меня подцепил. Какую смотри, ситуацию? Телефон стой. У меня разбился. Стой, чувак. Тебе говорю, давай, карты пару гривен. Да, братан, ебать, на пивас выручи надо. Да на пивас надо, чувак. Смотрите, такое дело, в общем, вести, газета. Нам для рейтингов, для программы нужно, типа, я скажу вести, а вы такие, о, это же вести, люблю вести. И берете газету, давайте. Да, скажите, каждый день читаю вести, обожаю вести. И вот так возьмете у меня в руках и вот так делаете. Поехали. Здравствуйте. Газета «Вести». Читали вообще газету? Конечно, каждый день читаю. Там еще кроссворды есть. Вести. Скажите, я люблю «Вести». Я и, люблю. Вот так, и вот так сделайте. Я люблю «Вести». Еще раз. Можно я цветы типа возьму, а потом типа скажу, это вам от «Вести» с прошедшим. Давайте. Что, обе? Заново давайте еще раз. Поехали. Газета «Вести», смотрите, у нас выпуск сейчас новый. Читаете «Вести»? О, конечно, каждый день. Класс. Люблю «Вести». Это вам с прошедшим, вам цветы. Спасибо. Мы дарим лично от «Вестей». Спасибо большое. С днем женщин. Спасибо. Все? Читайте можно «Вести». Спасибо. До свидания. А можно? Можно еще одну? Недостаточно. Ну одну. Хватит. Не, ну дорого, дорого. Дорого, пиздец. Одну дай мне просто, я заплачу тебе сколько надо. А ты борец? Да, вот у меня есть, держи. Ну дай одну сигарету еще. Одну можешь дать сигарету? Для чего? Ну дай, пожалуйста. Я тебя прошу по-человечески. Возьмешь? Нет. Смотри. Здорово. Хочешь, познакомлю с подругами своими? Пойдем познакомлю. Да пойдем познакомлю, дружище. Да пойдем познакомлю, не гони, с подругами. Да пойдем познакомлю с подругами. Самая обычная пепси, правильно? Уверен, что это обычная пепси. Да, ну это я вот купил в Аромакаю специально для фокуса. Я сейчас заношу за голову, вы думаете про что угодно, например, про воду. Эта пепси превращается в воду. Например, заношу, держите, держите. И думайте про воду, думаете? Вода, 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 вода. Смотрите, щелкаю. И теперь смотрите. Это уникальный фокус, который вы сможете увидеть. Смотрите, обычная вода, да? И теперь подожди, я вам... А как ты это сделал? Я сейчас объясню. Смотрите, я сейчас заношу, и, например, эта вода... например... вот, держите. Держите. И подумайте, например, про йогурт. Думаете? Йогурт, йогурт, йогурт. Смотрите, поднимите ногу и подпрыгните. Щелкаю и смотрите. Да нет. Прикольно? Да. Ребята, могли бы сфоткать вот тут нас? Вот, смотри. Смотри, это пранк, вот, прочитай. Ну как? Попробуем? Да? Да, давай. 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 Держи. Смотри. Вот.
Что это? Сейчас ментов вызову. Стой, 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 стой. Что это такое? Куда он убежал с телефоном нашим? На пробежку. Какую пробежку? Какая пробежка? Мусоров вызывать? Мы спортсмены. Что это? Звони ему. Только можешь на громкой. Угу. Ты же, дружище, я въебал, встретимся возле Макдональдса где-то там. Что это вообще за бред сейчас был? Куда он убежал? Звони ему, скажи, пусть несет телефон. Не набирай трубку. Убивает. А, он сбивает, да? Так я к ним буду базарить, если он бежит. Может, он убежал уже. Позвони и спроси. Сейчас нормально разойдемся, если назад вернет телефон. А, ну пацаны, пока. Да стой, куда? Что? Куда пока? Все, пока. Куда пока? Ты что, гонишь? Да. Он с телефоном, этот друг твой. Алло. Алло. Что, на моты? Братан, подбегай до Макдональдса. Да. Давай. Все, я дал. Принесет он? Да. Стой тут, а мы зараз туда. В смысле стой? Все. Что, все, сейчас вернет, если телефон, тогда все. Где он? Возле Макдональдс. Макдональдс? Окей. Стой, стой, стой! Это был розыгрыш, мы тебя разыграли. Ну как, первое впечатление? Ну я знаю, что мы... Ты поверил? Да. Я видел, ты нервничал. Нет, я чуть сначала не понял. Да, я чуть... Что? Извиняюсь, но я не просто так подошел, потому что я почувствовал, эту девушку нужно очистить. Я это делаю бесплатно, держите. Ой, вам нужно очищение. Вы не понимаете, у нее просто черное пятнышко есть. Держите, не бойтесь. Черное пятнышко. Вы чувствуете, ушло черное пятнышко? Спасибо. Чувствуете? Конечно. Я предлагаю вам вступить к нам в клуб. Будь всегда с нами, будь всегда рядом. Добрый вечер, мадам. Добрый вечер. Вас подметил, проходя мимо тут. И запало мое сердце на вас. Спасибо. Давай номер. Нет, спасибо. В смысле? Не понял сейчас. Я не раздаю свои номера. Так. Я в кино сейчас пойдем ночью? Нет, пойдем. Я опаздываю на работу. В смысле? Это то есть невзаимно? То, что я подошел, ты мне понравилась? Нет, мне очень приятно, но я не люблю, когда люди ведут себя таким образом. Не будешь давать номер? Телефончик заберу. То есть даже после такого отказываетесь? Ну, а зачем разбивать телефон? Для вида, как бы, чтоб все раздаю... стало на места, вопросов. Я не раздаю свой номер. О, понятно. Пойду там поразбиваю возле других. Чувак, чувак, а где палац спорта? Метро? Метро или улица, как оно там? Вот тут на низ сейчас. Сюда? Да, на низ. Сюда. Сюда на низ, потом налево или направо? Да что? Что такое? Ничего, сюда. Туда на... Блядь, что за хуйня реально происходит? Вы какой-то пранк снимаете, блядь. Да в смысле? А что за хуйня? А, где? Я... Все, я... Алло. Ну да. Простые прохожие поздравляют случайную девушку. Ребят, могли бы, вот подруга моя стоит. Случайная девушка. Ее никто не поздравил с днем рождения, просто сказать поздравляю. Вот. Мы торопимся. Сами. Пожалуйста, вот она стоит. Пойдем. Вот. Праздник? Да.
поздравления. Давайте, мы давайте. Мы хотим вас поздравить, как бы, потому что мужчина... Вообще у меня не день рождения, у меня с кем-то перепутали. У вас день рождения сегодня? Нет. Все. Есть предложение поднять быстренько 100 гривен. Или выиграть, или проиграть. Объяснил ему, что нам нужно стать друг другу спинами. Кто так дольше простоит, тот и выиграет. На кону 100 гривен. Ну давай попробуем. Попробуем? Кто дольше, тот выиграет. Готов? Погнали. Ну как? Ну я бы так целый день стоял. Целый день? Мне кажется, ты долго не вывезешь. Да я долго вывезу тоже. Я извиняюсь, а мог бы сфотографировать? Я стану вот тут разочек буквально. Да, вот тут стану. А ну-ка, стой сейчас. Блин. Блин, чувак, смотри. Видишь, тут чехол чуть подломался. Беда, беда. Блин. А я когда тебе давал, он был целый. Красавчик. Я ни на что не намекаю, конечно, а но было бы. Переебать или что, блядь? Да не, ну... Реально. Я, блядь, ебануть сразу же, слышишь, ты, блядь? Да не, ну... Что, меня кулаком обидел, блядь? Ты сейчас тонекну, сука, блядь. Нахуй, ну, ты не съебал. Не подкинешь, да, ничего. Что, блядь? Это нахуй классно. Пошел. Не агрессируй, просто чехол он был так новый. Ебись, нахуй, новый чехол был, я не знаю, блядь, пиздец. Бля, это пиздец просто, блядь. Телефон нахуй забрать или что, блядь, пиздец? Ты сейчас допиздишься, блядь, слышишь, какой? А все нормально, что, блядь, что ли? Что нахуй, сука? Ты кулака увидел или шо, блядь? Угомонись, все нормально. Да это прям снимают, ну это розыгрыш. Какой нахуй розыгрыш? Ну получить. Да это прикол, дядь. Ну, извини. Я понял, знаешь, думаю, что это не то. Думаю, вот таких тут разводов, блядь, не бывает. Слушай, ребята, совсем думаешь, охуели, да? Я помогу вам, девушка. Вы можете, да, снять, пожалуйста? А что это вы таскаете банки за собой? Я откуда знаю, что вы мне их цепляете. Это что за приколы такие? Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Михаил. Валерия, очень приятно. Будем знакомы. Заметил вас, проходил мимо, вы мне понравились просто. Может быть, прогуляемся где-нибудь сегодня? Где? Не знаю. В салон какой-нибудь сходим. Какой? Не знаю. Волосы сделать. Приучу. Ноготочки. Вот это вот все дело сделаем. Идем. Пойдемте. Давайте номер. Прогуляемся, так сказать, правильно? Ну да. А нам-то что? Ходим туда-сюда. Давайте номер. Говорите. 099. 099. 270. Понял, спасибо. Бернардо. Все, до встречи. Девушка, извиняюсь, подскажите, в какую сторону здесь, знаете, этот Гулливер получается? Гулливер куда? Стойте. Сколько минут где-то будет? Ну, а? Нужно что? Идти, минут будет сколько, да. Я не знаю, но минут... Кстати, 10. Такое дело, Бернардо, вы мне понравились, то есть заметил вас далека, догонял, я перегонял. Короче, стойте. Это у меня... Можем вместе то сделать, я тоже по этим делам. Кстати, у вас прикольный этот макияж, прикольный. И рис, и брови прикольно подведены, сделаны стрелки. Короче, стрелки. А что это? Это просто брови. Стрелки. Давайте номер как-нибудь спишемся, я подъеду, погуляем, в принципе, сделаем все как надо. Я вам сделаю стрелки, макияж, я профессионал Бернардо. Да. Давайте номер. А почему такое интересное имя, Бернардо? А? Ладно, давай, запиши номер. Давай. 073 124. Ага, 124. 26, понял, принял, Бернардо. Спасибо, до встречи. Здравствуйте.
220. А? 220. Угу. Ну вот, дойдете дома. А? Я думал, дома выйдет. Да я здесь вот это. Так, салат, очаг. Там, где? Ага. Здесь. Да подожди, дядь. Ладно, это. Можешь за меня заплатить? Нет, я не могу. Да я просто хавать хочу, дружище. Так а я с моего кармана платить тоже не буду. Да ну заплати, ебать, не гони. По-братски. Я не могу. Да по-братски не гони, я просто хавать хочу, пиздец. Я не могу с твоего кармана заплатить. Да ну не гони, ну по-братски, по-дружески. Нет. Я тебе потом отдам. Ну, я тебя на карту перекину. Нет. Ну серьезно, не гони, дядь. Ладно, дядь, это пранк, смотри. Смотри, вон чувак снимает. Это пранк, подожди. Да все, вот деньги, расслабься, вот деньги, держи. Вот мы снимаем пранк, это розыгрыш. Вот микрофон, видишь? Представьте, что вообще происходит. Сейчас я вам буквально зачитаю. Новые тарифы, что и когда подорожает, значит, Вести, газета, экономика. Итак, уже со следующего месяца в Украине прекращается действовать государственное регулирование тарифа на газ для населения. А все... И, друж, не, это себе, оставь на память. Это ты сам с Киева? Да. Это тебе на память от меня, я не из Киева. Окей, ладно. Приятного аппетита. Спасибо. А всех потребителей планируют принудительно перевести на новый городской тариф. Так, который может оказаться выше рыночного. Сколько придется платить за газ в следующем месяце и почему годовой тариф больше? Так, ручку померить надо. Меряю. Главное не упредить ничего. Не, вот так. А то сейчас магия будет такая. Так, подходит. Подходит? Девушка. Здравствуйте, руку измеряем. Так, вы не проходите. Что будет с ценой газа? Вы знаете? А я вам сейчас прочитаю. Действие государственного регулирования. Можно познакомиться? Нет. Еще одну статью. Вы же не спешите, правильно? Но низких летних тарифов украинцы в этом году могут и не увидеть. Мы пойдем, извините. Спасибо за очень интересную информацию. Ну, минут 10 прошло только. У нас все время деньги, понимаете? Здравствуйте. Хотел бы предложить вам духи, сейчас по скидочке у нас идут. Не интересует? Молодой человек, здравствуйте. А что это за духи? Новая коллекция сейчас привезли у нас. Сейчас скидка на них. Могу дать понюхать. А сколько стоят? Сейчас $30, но вообще 200. А ну, нанесите. Дать понюхать. Да все, смотрите. Чувак! Стой, все, тихо, я понял. Хорошо, все, оставляю. Тихо, все, я понял. Видно все. Все, тихо. Не быкуй, все нормально, чувак. Все нормально с ним, он просто полежать человек, просто лег. С ним ничего не произошло. Иди, а что случилось? Этот пидор тебя дал себя ссылку за то. Вот этот? Да. Вот этот? Да, вот это чмо. Пойдем догоним его. Я уже не буду, хочешь? Пойдем догоним. Биби. Вот сука, бля. Дядь, спасибо большое. Это социальный эксперимент, дружище. Вон камера. Спасибо тебе большое за то, что помог. Отнесся хорошо. Спасибо большое. Ты настоящий герой. Подержите, пожалуйста. Да, конечно. А вы кого ждете? Я понять бы кого жду. У моря погоды. Да? Да. Чё? Я думал, меня. А, ну может и вас. Меня Дима зовут.
Полина, приятно. Вам сделать бутерброд? Не, я не хочу, я же говорю, только поела. Спасибо за беспокойство. Ну, Полина. Была бы у вас колбаса? Колбаса вредит здоровью, поэтому у нас а чисто... А кола не вредит? А кола вредит, но она не так вредит. Ну, короче. А вы, знаете, на официантку так похожи. Да, я учусь, по сути, на официанта, поэтому... Да? Практика вот неожиданная в Украине подвернулась. О, классно. Прикольно. Да. Прикольно. Да, может, будете моей официанткой? Ой, откажусь. Ну, ладно. Ну, хорошо. Ну, ладно, Полин. Да, вы забирайте. Спасибо большое. А так хорошо стоим. Хорошо стоим. Да, да, да. Ну что, а что ж, ничего. Ну, так, да. Вам хорошего вечера. Взаимно. А мы продолжаем. Технический перерыв сейчас. А, да? Да, да. Технический перерыв. 2 минуты, да, сейчас. Технический перерыв, ребята. Да, можно уже, можно есть. У вас телефон какой? Samsung. Samsung? Просто я сразу видел, может быть, вы его в ломбарде покупали? У меня точно такой же телефон украли. Я его покупал в 2018. В 2017 году ровно. У меня такой же самый телефон украли в метро. Ты мне такой же зазел, Можешь подержать на 2 минуты, не ну, завязать? Спасибо. Спасибо, дядя. Слышь, а где табак? Чего? Табак. Какой табак? Ну, здесь угли, здесь табак был для кальяна. Ты что, на приколе? Ты думал, я не увижу? В смысле, ты что, прикалываешься? Дядь, ты что, на приколе? Я на секунду отвернулся, ты уже в пакет залез. Да иди ты нафиг, ничего я там не брал. В смысле, это здесь камера есть, давай... Ну так давай посмотрим. Давай смотреть. Давай. Ну если сейчас в твоих карманах найду табак, что будем делать? Какой табак? Для кальяна, видишь? Здесь угли для кальяна, видишь? И что? Здесь был табак. Где и табак? Что? Где табак? Алло. Давай табак сюда. Какой табак? Мой табак сюда давай. Ты что, прикалываешься? Я тебя попросил по-нормальному подержать. Что ты по пакетам шаришься? С каким пакетом? С моим. Ты что, я тебя по-нормальному попросил. Зачем воровать? Ты думал, я не замечу или что? Что воровать? Что ты? Ты табак у меня весь украл. Что, ты хочешь денег? Да. Да, сейчас пошли, я тебе дам. Сколько? Вот, стойте, дам. Понял? Почему? А какого хуя я тебе что-то должен давать, слышишь? Потому что ты забрал мое. Что хочешь, забирай себе табак, отдавай мне деньги. Что я забрал? Табак мой. Какой табак? Для кальяна мой табак, любимый. Мой любимый яблочный любимый. Табак для кальяна. Не брал я тебе табак, ты что? Точно не брал? Блять, ну ладно, извините, я пошел. За что? Извините? За то, что, блять, ты мне нервы сделал. Какие? Просто извинись. Это я... ты мне нервы сделал. Слышишь, блядь, какого хуя нахуй? Ладно, извини, дядя. Я тебя сейчас ладно, я ору, дядя. Да я прикалываюсь, что ты агрессивный. Дай 5. Иди нахуй. Дай 5. Пошел нахуй. Пранки снимаем. Давай, давай. А ты куда едешь? Не подкинешь? Буквально туда. Я сейчас залезу под... Нет, бля.
Привет, чалик. Слышь, там у нас раз стоят, можешь к себе кинуть пока нет. На пару минут? Да на пару минут. Нет, я потом сказал нет. Я потом заберу. Сейчас они пройдут, я заберу. Да на пару минут буквально. Я говорю, пройдут и все. Я сказал нет. Да ну что ты, дядь, не гони. Я говорю, на пару минут кинь к себе. Ну, по-тихому, по-братски. Успокойся, я тебя соберу, найди другого. Чисто по-братски. Я не играю в эти игры. Да это не игры, просто кинь себе. Ты слышишь меня? Я тебе сказал нет. Я не буду брать. Еще раз сказать. Просто в карман положить. Да просто положи. Не! Почему? Я не буду. Тебе что сложно? Сложно. Да пиздец, ебать. Не предупреждаю такой хуйне, я обосрался. Испугался, да? Я ничего не вижу в этой фигне. Вообще ничего не вижу? Ничего не вижу. Ты какая пицца? Я не знаю. Папарони? Да хрен знает. Испугался, да? Пиздец. Добрый день. Добрый. Сколько? 185. Давай. 100. Это наше, да? Может, туда типа мотнем? Или тут стоять будем? Пойдем мимо такие, ебать. О, давай просто мимо. Просто мимо пройдем. Типа мимо, ебать, просто. К себе домой, типа. Туда. Просто мимо. В смысле? В прямом. Кого? Расплатиться за заказ. За что? Что сделать? За заказ. За какой? За вот этот. В смысле? В прямом. Этот заказ? Да. Это мы покупали в Арусе. Да ладно. С пиццетинг, да? Ты кто там... Это нормальный заказ? Ты по чем, чувак? Чувак, мы домой идем, мы в супермаркете были вообще. Да, и пиццетинг вы с коробками купили в Арусе. Там да? Просто делают тоже пиццетинг. Да, конечно. И... Чувак. Что за бред? Вы нормальные вообще? Ты по чем? Ты привез пиццу кому-то? Вон есть свидетели. Как я вам отдал заказ, вы убежали. Ты нам не отдавал заказ. Я вам отдавал заказ. Когда? Только что. Может, ты другим отдал? Нет. Нет, чувак, ты что-то попутал. Мы только с магазина идем, с супермаркета, да, реально. Реально мы... Вот кола тут. Конечно. У нас чек вот есть, смотри. Да, чек есть, который я вам дал лично. Это вот чек. 174, ну, видишь? Это мы за две пиццы отдали. Нет, мы никому не отдавали эти деньги. Может, путает человек? Я попутал человек. Вы прикалываетесь или что? Я не знаю. Что это... за? Это вообще прикол какой-то. Что ты от нас хочешь? Давай мимо пройдем просто туда теперь. Чувак, это пранк, ебать. А что ты ничего не делаешь? Мы же от тебя такой реакции ожидали. Ну мы думали, ты хоть погонишься за нами, реально. Ну и оставить. Слушай, можешь подержать? Мне надо шнурок сейчас. Отойти, поссать, короче. Вызываю полицию, это быстренько все решается. То есть мы сейчас вопрос карты как будем решать? Какой карты? Я тебе дал карту. Была там карта? Хорошо. Не надо милицию, сейчас давай так разберемся, братан. Давай сейчас разберемся по-нормальному, то есть по-мужицки сейчас за карту, сейчас поговорим, то есть все нормально сделаем.
Да не надо милицию, реально. Я знаю эти все разводники. Да это же не развод, реально, блядь. Карту, короче, купил в Цитрусе, блядь, дал тебе подержать. Да не надо, ну зачем? 5 минут. Зачем? Короче, карта 8 тысяч стоит. Братан, карта 8 тысяч стоит. Сотка, будет сотка за карту. Ты б сразу сказал, не будет, ебать, ну пиздец. Там можешь не звонить, блядь. Я думал, ты мне подкинешь на карту что-нибудь. Гривен 100. Ну ладно. Ой, извините, по... извините, 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 пожалуйста, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, извините. Это розыгрыш, извините. А там номер? Это розыгрыш. Извините, пожалуйста. Вон камера, смотрите. Возьмите вам на кофе просто. Возьмите, честно.